отзыв о Quality Motors, которая находится в Москве, в Северном округе, на Лобнинской улице, 17. Значит, у меня подошел очередной срок, когда нужно пройти технический осмотр, получить диагностическую карту для того, чтобы действовал полис ОСАГО. Поэтому, к сожалению, оказалось, что в субботу никто этим не занимается. И вот по всему Северному округу ближайший ко мне оказался, который работает в воскресенье даже. Это вот этот Quality Motors. Приехал, записался предварительно за сутки. Приехал, сдал ключи. Вот сейчас загнали машину. Она предварительно была мной помыта. У меня была и аптечка, и жилет, и огнетушитель со стрелочкой в зеленой зоне. Стоимость техосмотра для легковой машины составляет 770 рублей. К сожалению, сегодня наличные не принимали, поэтому пришлось сходить в банкомат. По времени занимает где-то полчаса. Видимо, они честно что-то там диагностируют. По крайней мере, просто в явном виде ни за что деньги не берут. Есть небольшой магазинчик запчастей по средним ценам. Жилет 200 рублей, огнетушитель 700 рублей. Диванчики для клиентов и елочка.